Сегодня дежурная часть отдела полиции по Советскому району МВД России по городу Барахтелев поступило телефонное сообщение от гражданки, то, что возле кладбища ее мужа обнаружен целлофановый пакет, внутри которого находился труп ребенка. Примерно в этом месте был обнаружен целлофановый пакет. Данный труп отвезли в морг. В настоящее время проводят следственные действия.